Итак, всем привет. Сегодняшний рабочий день начинается с Тига 7. Тига 7. Полтора года эксплуатации. Сейчас посмотрим, в каком она состоянии. Итак, погнали. Что там? Чуть-чуть начинает уже, да, бывает? Замена. Ага. Замена, так. Здесь? Здесь нормально. Нормально. Водитель, видать, жирный был сильно. Как где? Так, здесь нормальный сайлентблок. Ситуация под днищу, то есть получается две зимы она прошла под днище у нас. Все в норме. Сайлентблоки рычагов целехенькие. Стойки стабилизатора сейчас проверит мастер. Втулки стабилизатора тоже сейчас проверит. Визуально вроде все целое. Пробег на автомобиле 60. Ладно, посмотрим. Здесь сайлентблок целый. Так, под днищу. Вот такая защита топливного фильтра небольшая. Топливный фильтр на Тига 7 здесь расположен. В норме под днищу. Здесь вот все обработано. Да, кстати, клиент заказывал обработку. Днище обрабатывали. И все пока. Все целехенькое. Все в норме. Ну вот да, вот здесь вот брызговики, но все равно грязь сюда под бампер закидывается. Ага. Ну, ни намека на ржавчину. Ржавчины нет. Течи. Никаких нет визуально, да? Визуально все чистенько. Все отлично. Вы, может, мне дадите поработать? Да, сейчас дам тебе. Автоблогер. Автоблогер даст тебе поработать сейчас. А еще товарищ начальник и инженер по гарантии. Так. Обозреваем двигатель сверху. Николай Васильевич, здесь есть какие-нибудь замечания? Да. Че? Не дают удалить катализатор. Я очень расстроен. Хитрый. Так. Ну а как? Жить так хочется. Так, по двигателю. Течи нет, нареканий нет. Масла, жидкости все в норме. Антифриз. Маслице поменяли на новое. На Мобил. Мобил, да. Реклама Мобил, блин. Не реклама, конечно, так. Но в целом. Так. В целом критичного ничего нет. По сути, вообще ничего нет. Пробег не смотрел, пробег что-то. А капот глянь, кстати, сразу я. Давай. Сейчас. Так, пробег у нас 48 394. Пробег. Состояние, кстати говоря. Ну, да. 50 тысяч прошла, как бы нареканий никаких по автомобилю нет. Подвеска в норме, хотя человек эксплуатирует ее очень-очень-очень интенсивно. Кожа. Все в порядке. Хотя, наверное, за столько времени она еще не успела нифига прошоркаться. Но будем наблюдать дальше. Если понравилось это видео, ставим лайки. Руль. Не затерт. Все отлично. Вообще классно. Никаких потертостей нету. Так скажем, протертостей нету никаких. Здесь также все четенько. Ну все, что, отлично. С пробегом в 50 тысяч. Нормально. Итак. ТО практически сделали на этом автомобиле.
Пробег у нас 48 394. Поменяли масла, фильтра. По диагностике ходовой нареканий практически нет. Так, выезжаем тихонечко с подъемника. Так, ладно, выехали, да. Это пытается там меня поучить водить. Но я всегда аккуратно выезжаю с уважением к клиенту, во-первых. Во-вторых, к автомобилю клиента всегда с уважением. И кто меня будет учить водить, пускай поучит самого себя уважать других. Так, ну все, выезжаем на развал. Так, развал сделали. Что могу сказать про автомобиль еще добавить? С пробегом, грубо говоря, в 50 тысяч и эксплуатация полтора года. Есть замечания по сколам на капоте. Допустим, из 5 сколов один скол чуть-чуть ржавчиной. И задние арки, крылья, где дверь прилегает к заднему крылу. Когда новую машину покупаешь, наклеить защитную пленку. Она, видишь, вышоркивает эта резинка, когда песок сюда попадает. Чуть-чуть вышоркивает ЛКП. Резинки непосредственно прилегают. Там чуть-чуть от этой резинки уплотнителя, то, что там песок застревает, чуть-чуть, конечно, выширкалась краска и уже выширкалась до грунта. То есть эти места, желательно сновья, машина обязательно защитить пленкой защитной, иначе может протереться все это дело до металла. Плюс вот этот слой напыления оцинковки сотрется до металла, и там, соответственно, будет все это дело ржаветь. Дальше пятая дверь, уплотнение, где прижимается она к уплотнительной резинке. Хорошо тоже смотрите, желательно также обклеить защитной пленкой, потому что в этих местах краска тонкий слой, лака там нет. Также вышоркивается до грунта. Вот на эти места. Да, вот он прям, песочек есть. Сюда пленочку желательно наклеить, конечно. Она будет также вышоркивать краску, потому что на них... Там открытое место, на них проливает песок. И желательно тоже это место обклеить, чтобы не было проблем в дальнейшем с ЛКП. Вот. Но вообще, в принципе, даже если эти проблемы возникли, всегда проблемы эти решаются через отдел гарантии. Все нюансы и недочеты все устраняются. Так что все, ребят, ладно. Все, наверное, на сегодня все. ТО сегодня у нас на ТО одна машинка приехала. Есть еще, конечно, старая Tiggo FL на замену ремня ГРМ. Если вам интересно по старым автомобилям информацию, тем же Tiggo FL, Индисом, Черри бонусом, у кого может старые автомобили есть Черри, также пишите, если нужно засниму какие-то ремонты. Замена ремня ГРМ, нюансы, у кого, может, вопросы по электрике есть и так далее. Ладно, все, я желаю всем счастья и пока, до новых встреч. Задняя пятая дверь прижимается. Резиночка, уплотнитель. Ну да.